Подводка вторая. Версия Михаила Боярского. Соцобзор, соцобзор, почему бы нет? Соцобзор, соцобзор, Сашка Светлик, привет! Всем соцсеть привет! Я только что вернулся из горячей точки, из очень опасного места, из интернета. Ну, потому что там заработать сколиоз, ожирение, проще простого. Так вот, вернулся из интернета и принес вам немного интересного соцсетевого кировского контента. Сначала полюбуемся, как интернет-технологии кочуют в наши подъезды. Для вас первый аналоговый антиспам-бот. Ну и также из интернета кое-что кочует и в наши дворы. Например, гневные комментарии. А возможно, это не угроза, а просто броская реклама автоэлектрика. Там снизу где-то должен быть номер. Но к следующим кировским фотографиям я даже не знаю, как относиться. Возможно, это именно та ситуация, когда управляющую компанию достали просрочки платежей. Ну а теперь к кировским летним тенденциям. В последнее время у нас в городе стало популярно отдыхать в трусах. Вы, возможно, сидите в трусах перед телевизором, а в это время у цирка... Не будем далеко уходить от парка у цирка. На минувших выходных в Кирове прошел большой турнир по триатлону. Участников заявилось много, но взяли не всех. Вот где проводили турнир спортсмены, которых не взяли на официальные соревнования. Давай, делай красиво. Давай, делай красиво. Опа! Красавчик. Давай, мужики. Подозреваю, что на официальные соревнования этих спортсменов не взяли из-за допинга. И подозреваю, что это был не Мельдоний. Красавцы. Это был соцобзор сливки ветского интернета.